Партнер рубрики «Ювелирная сеть. Золотая черепаха». Золотая черепаха. Днем и ночью мы сияем для вас. 19 октября – день пассивный со сбалансированной энергетикой. Центр напряжения – мистицизм, центр гармонии – самодостаточность. Овны. Укрепление здоровья и занятия спортом. Все непросто, но вполне достижимо. Надо лишь решить для себя, что важнее – личные блага и амбиции или здоровье на долгие годы. Тельцы. Говорят, что одного желания быть богатым слишком мало. Кто бы спорил? Разве что вы и только сегодня, потому что именно у вас эти пожелания могут исполниться. Близнецы. Сегодня вы центр покоя и умиротворенности зодиакального круга. Хорошо бы при этом быть адекватными и продуктивными. Помочь в этом может грамотная идеология. Раки. Всем, кому по силам бросить вызов трудностям, могут открыть и обрести для себя много нового и интересного. Особенно это касается туризма и путешествий по родному краю. Львы. Оставьте на время любые компромиссы. Используйте максимально ваши резервы, особенно в личной сфере. Только так вы сможете добиться ощутимых результатов. Девы. Есть немало интересного в отношениях с партнерами. Здесь огромное поле для продуктивной деятельности. Главное – грамотно начать и действовать решительно. Весы. Ваша интуиция сегодня подскажет вам пути выхода из самых сложных жизненных ситуаций, а подсознание при этом поможет выстроить благоприятные условия. Скорпионы. Даже если весь мир уже покоится у ваших ног, не останавливайтесь сегодня на достигнутом. Вам необходимо продолжать искать пути дальнейшего саморазвития. Стрельцы. На время отложите все ваши свидания и разберитесь в романтических чувствах, а заодно подумайте о совместимости характеров, мировоззрений и духовных ценностей. Козероги. С сегодняшнего дня вы движущая сила партнерства в зодиакальной компании. В течение ближайшего месяца являетесь законодателями и вдохновителями сотрудничества. Водолеи. Деловые консультации и переговоры – занятия не всегда приятные. Зачастую не так важно, что именно мы делаем. Важнее результат, на который в конце пути мы рассчитываем. Рыбы. Сохраняйте свободу выбора. Это позволит быть объективными и принимать адекватные решения. Возможности есть всегда. Надо лишь грамотно ими пользоваться.